Sehr gut. Отлично. Браво, маэстро, браво. Danke. Спасибо. Herr Kommandant. Господин комендант. Wir werden alles Mögliche tun. Мы делаем все возможное, чтобы представление вам понравилось. Великолепно. Я думаю, все будут в полном восторге. Лично я в этом абсолютно уверен. Светлана, позвольте, господин комендант. Да, конечно. Я же говорю, сколько раз, когда выходите на третий круг, руки высоко не поднимайте, чуть-чуть пониже, понятно? Пожалуйста, не забывайте. Поняла, Анатолий Францевич. Но поработали вы сегодня неплохо. Можете отдохнуть, взять выходной. Но дома все равно время от времени повторяйте движение. В эти выходные нас ждут практические занятия с носителями языка. Ну ладно, ладно, все, идите. Можете быть свободны. Пойдемте, девочки. Нас уже ждут, мы не можем опаздывать. Я вчера познакомилась с такими. Ну что же, я смотрю, у них получается все лучше и лучше. Я надеюсь, вы успеете подготовить концертную программу к назначенному сроку. Думаю, что да, господин комендант. Есть, конечно, небольшие шероховатости, но хотелось бы знать точнее дату выступления. Но дату выступления я вам не могу сказать. Видите ли, это часть нашей политики безопасности. Известно только, что все произойдет в 20-х числах. Может быть, 20-го. Может быть, 25-го. Все будет известно позже. Но вы не волнуйтесь. В назначенный день за вами придет машина, и вас отвезут. Ставьте здесь. Да, вот так. Срочно готовьте операционную, срочно. Хорошо. Этого в перевязочную. Да. Этого готовьте к операции. Ясно. Немедленно. Да. Товарищ военврач первого ранга. После операции. Разрешите обратиться. Иван Сергеевич. Иван Сергеевич, вы у меня какую-то болезнь обнаружили? Что за глупость? А? С чего ты взял? Так значит, я здоров. Здоров. Сколько сейчас раненых с передовой привезли? Много. Госпиталь у вас переполнен, мест нет. А я, значит, что? На курорте отдыхаю. Вроде того. Товарищ военврач первого ранга. Не ори. Ты как, со старшими по званию разговариваешь? Почему вы меня не выписываете? У нас приказ. Пока никого не выписывать. Вот мы и не выписываем. Чей приказ? Какая тебе разница? Что тебе не имется? У меня на том берегу жена с дочкой, если живы еще. За 3 года ни одной весточки. Вот мне и не имется. Дверь открой. Что? Дверь, говорю, открой. Иван Сергеевич. Иван Сергеевич.
Сеньор Штробан. Слушаю, товарищ полковник. А что там с Михасевым? Пока держим в госпитале. Он оклемался после ранения? Вполне. Но в подробности его посвящать нельзя, так как у Михасева повышенный порог совестливости. Навредимые операции и ему. А что, есть такой порог? Есть. Только не спрашивайте, какой он у вас или у меня. Честное слово, не знаю. Но рано или поздно все равно придется открыть. Откроем. А вот тогда у него сработает порог ответственности, который у него тоже повышен. Может быть, ты и прав. Вызывай Михасева, а просмотр добровольцев назначай на 3 часа. Есть, товарищ полковник. Поехали. Мы пригласили вас сюда в соответствии с вашими заявлениями в военкоматы. Политотдел штаба фронта формирует молодежную группу для выполнения специального задания. Нам нужно отобрать всего несколько девушек. Чем мы сейчас и займемся? Кто самая смелая? Здравствуйте. Гурская Едвига Яновна. 1926 года рождения. Полька. Место рождения – Гродно. Батян Зинаида Михайловна, 1925 года рождения, русская, деревня Рай Смоленской области. Алина Ладосева. Ладосева Алина Владимировна, 1926 года рождения, белорусская, место рождения – город Минск. Мать – партийный работник, расстреляна немецкими захватчиками в июле 1941 года. Отец погиб на фронте в 1942 году. Мать за содействие партизанскому отряду повешена. Мать и отец погибли в ходе авианалета 24 июня 1941 года. Почему вы подали заявление на фронт? Странный вопрос. Отвечайте, когда вас спрашивают. Отомстить хочу. За отца и мать. Зачем вы решили идти на фронт? За родителей и за родину мою. Фашистам глотки рвать. Вы вот мне мою биографию зачитываете. Алина Ладосева, 26-го года рождения. Родители погибли в ходе авианалета. Да я этих тварей! Я их мертвая душить буду, понимаете? Что у вас по физкультуре? По физкультуре 4 была. На колхозе за сутки 7 трудодней выполняла. На полевых работах 15 часов вкалывала. А потом на ферму к коровам. По 14 ведер молока собирала, да мамке по хозяйству помогала. И с отцом на охоту. Вот такая физподготовка. А вы спойте нам что-нибудь, Едвига Яновна. Спеть? Спеть? Ну да, спеть или станцевать. Что у вас лучше получается? Да не до песен вроде, война. Ошибочное мнение. Хорошая песня на войне — дело правильное. Ну так станцуете нам. А я не танцевать сюда пришла. Я на фронт хочу немцев бить. Я ехала домой, я думала о вас. Тревожна мысль моя и путалась и рвалась. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Талант? Дым, табачный воздух выел. Комната, глава в крученых и в скамаде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои ступленно гладил. Сегодня... Спасибо. Подождите в коридоре.
Насколько я понимаю, младший лейтенант Кремис, вы уже выбрали троих? Так точно, товарищ полковник. Интересно, а вы, товарищ младший лейтенант, по какому принципу отбираете кандидатуры? По принципу боли, товарищ майор. Не понял. У каждой из них есть своя боль, которая поможет им выполнить любое задание. Разрешите вопрос, товарищ полковник? Разрешаю. Зачем нужно было им здесь петь и танцевать? Это что, выходит, мы фашистов будем эдаким артистизмом добивать? Товарищ майор, остальным скажите спасибо, просмотр закончен. Есть. Товарищ полковник, ответа на мой вопрос не будет? Будет, младший лейтенант Кремис. Но несколько позже. Милые девушки, всем, кто этот конкурс не прошел, спасибо. И мой вам совет. Не грузите военкоматы своими просьбами. Никто вас в армию не призовет. Учитесь, влюбляйтесь, выходите замуж, рожайте детей. Война для вас закончена. Батян, Гурская, Ладосева, вас просим остаться. Отец, ты волновался. А вы все свободны. Итак, вы зачислены в специальное подразделение НКВД СССР. Разглашение любых сведений, касающихся прохождения вашей службы, которая представляет собой военную тайну особой важности, карается по законам военного времени смертной казнью. Ознакомьтесь с этим документом. Если согласны, подписывайте. На сборы у вас есть 12 часов. Капитан Михасев. Я. Майор Шкробот, у вас на сборы 5 минут. Ждем вас у входа. Есть. Ваш пропуск. Пропустить. Здравия желаю.
Товарищ полковник, доставлен капитан Михасев. Спасибо, можете быть свободны. Есть. Здравия желаю, товарищ полковник. Проходи. Ну, как чувствуешь себя? Как после курорта. Какой-то идиот отдал приказ месяц назад не выписывать меня из госпиталя. Это был мой приказ. Виноват, товарищ полковник. Садись. Давай сразу к делу. Значит так, в лесу, озеро Кромань, база СМЕРШа. Знаю. Сегодня туда прибыла спецразведгруппа из 4 бойцов во главе с младшим лейтенантом Кремис. Поступает в твое распоряжение. Ты должен подготовить их для выполнения особо важного задания. Вопросы? Лейтенант Кремис, мужик нормальный? Нормальный. Свой парень. Правда, зеленый. Ты же из местных, из Кромани. Так точно. Ждет кто-нибудь? Жена, дочь, если живы. Дождутся. И не кого-нибудь, а героя Советского Союза. Документы на тебя уже в Москве, так что крути дырочку в гимнастерке. Если пуля не прокрутит, товарищ полковник. Не каркай, дурак. Итак, займись подготовкой группы. Главный упор – физическая подготовка, маскировка. За 2 недели ты должен их вышкалить так, чтобы 25-километровый марш-бросок был для них веселой прогулкой. Они должны везде пройти, проползти, просочиться. А дальше спецзадание, о котором мы поговорим позже. Ты все понял? Так точно. Иди. Режиссер сказал много репетировать дома. Да, ну ерунда. У меня от этих репетиций голова пухнет. Мы и так все хорошо подготовили, или тебе не нравится? И вообще мысли у меня сейчас не о том, личная жизнь. Перо. Вы, девочки, пойдемте. Пока. Вы не уделите мне пару минут? Я? Да. Привет, Марк. Почему вы меня так боитесь, фройлен Вера? Я не хочу обидеть вас. Я испытываю к вам только нежные чувства. Господин комендант, мы уже с вами говорили на эту тему. Вздор. Как можно говорить «нет», когда вы даже не знаете, что я за человек? Неужели вам не интересно, фройлен Вера? Мы ведь могли узнать друг друга поближе, фройлен Вера. Я живу здесь неподалеку. Совсем один, и вечерами хожу и грущу. В себя обращаю я взоры, и сердце живого ищу. Мы могли бы почитать Хайне вдвоем сегодня вечером. Благодарю вас, господин комендант, но я люблю читать одна. А зря. А знаете что? Каждая из этих девушек дорого дала бы за то, чтобы увидеть мою библиотеку. Вы подумайте, не торопитесь, только недолго. Ожидание утомляет, в конце концов. Всего доброго. До свидания. Пока. Вера, предлагал посмотреть его библиотеку? Предлагал. Вот это я понимаю, предметный подход. Света, у меня отец погиб на фронте, а ты... Ну и дурёха ты, Верка. Света! Война войной, а ты смотри, свой шанс не упусти. Привет!
Господин режиссер, один вопрос. Еще раз. Слушаю вас. Это касается одной из ваших актрис. Кого именно? Веры. Что-нибудь случилось? Господин режиссер, если бы что-то случилось, я бы обратился не к вам, а к начальнику местной полиции. Кто ее родители? Насколько мне известно, мать у нее полька. Отец русский. Кажется, погиб на фронте. Она милая. Это Вера. Вы знаете, они еще совсем дети, господин комендант. Да бросьте вы, господин режиссер. Идет война. А на войне все совершеннолетние. С самого рождения. Будьте здоровы, господин Барменталь. До свидания. Наверное, не свидимся уже. Отчаиваться никогда нельзя. Если любовь настоящая, она знаешь, какая живучая? Через любые невзгоды пройдет. Отставить разговоры. Все, девчата, прибыли. Выгружаемся. Прошу вас. Ой, спасибо. Прошу вас. Сами, давай, 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 давай. Прошу вас. Ой. Товарищ младший лейтенант, прошу вас. Здесь армия, товарищ капитан. А не трамвай в парке культуры. В таком случае прошу следовать за мной. Комары, какой ужас. Сразу видать, что городская неженка. У нас в Смоленщине комар-то комар. Поперек туловища хватит, здесь голова, здесь ноги. Во какие звери. Не звери, а насекомые из отряда двукрылых. Ой, какая грамотная. Разговорчики. Комары — это ерунда, вы через два дня забудете о них. Ага, когда они нас полностью съедят. Поздравляю с прибытием к месту дислокации. Здание приведете в порядок. Жить будете здесь. Это спальня. Это кухня. Готовить себе будете сами. Итак, ваша группа поступает в распоряжение гвардии капитана Михасева. Он будет либо сегодня, либо завтра. Ну а пока суть до дела, строевая подготовка с утра до вечера. Исполнять. Есть. Тут, похоже, с начала войны не убирали. Чур, я здесь сплю. Тогда я здесь. Пылище-то сколько. Своим воздушным очертанием я так мила.
Весь бархат мой с его живым миганием. Лишь два крыла. Чьи это стихи? Это Фет. Что? Не что, а кто, Фет. Ну, поэт такой, жил в 19 веке. Неужели в школе не проходили? Не проходили. Француз, что ли? Русский немец. Русский немец? А разве такое бывает? Не такое бывает. Немцев не читать нужно, а стрелять. Здесь война, если кто забыл. Так, всем переодеться, привести помещение в порядок. Через 2 часа приступаем к строевой подготовке. Выполняйте. О, строгая какая. Группа направо. Раз, два. Шагом марш. Раз, два. Раз, два. Носочки тянуть. Раз, два. Раз, два. Стой. Раз, два. Кругом. Раз, два. Шагом марш. Раз, два. Раз, два. Выше носок потян. Да куда уж выше? Выше только на плечи. Разговорчики в строю. Группа, стой. Раз, два. Направо. Раз, два. Равняйсь. Как нужно равняться, боец Гурская? Чтобы была видна грудь второго человека. Только что я вижу за Зинкиной груди. А у тебя что? Отставить разговорчики. Смирно. Группа, вольно разойдись. Перерыв 30 минут. А разрешите вопрос? Слушаю. Можно нам купаться в озере? Можно, только в сумерках, перед самым отбоем. А почему, товарищ младший лейтенант? Чтобы твою голую жопу никто не увидал. Ученичка. Раз, два, раз, два. Девочки, перестаньте, да так же нельзя. Подними ноги. И кто придумал эту дурацкую очередь? Мыть полы по алфавиту. Сама ж хотела по справедливости. Я хотел по жребию. Мне нельзя по жребию. Это почему? Потому что я неудачливая. Так бы пришлось целыми днями мыть. И вообще, жребий – это пережиток царской эпохи. Зацелую тебя, зашепчу, отогрею. У холодной зимы навсегда отниму. Над ветрами, Зина. Над облаками, от счастья хмелее. Зина, не надо, это же моя тетрадь, Зина! Гурская, ты чего? Я тебя обидела, что ли? Прости меня. Вещи чужие брать нехорошо. Мама с папой тебе не говорили? Нет, не говорили. Я из деревни Рай. Это около Смоленска. У нас чужих вообще не было. Половина деревни Батян, а половина Сапожникова. Никто хаты даже не закрывал. Если еще надо, заходи, добери у соседей. Сейчас там все по-другому. А стихи мне твои понравились. Ты сама для себя писала или для кого-то? Стихи, Зина, не пишут для себя. Они пишутся для любви.
Что она может про любовь знать? Что она там в своем раю любила? Кроме соседских пирожков. И правда. А что я там любила-то в своем раю? Ну да ладно. Посвящается пирогам Смоленщины. Внимание, внимание, внимание. Итак, стихи ученицы 9 класса школы номер 1 деревни Рай Батян Зинаиды. Не страшен зной, не страшен гром. Дожди, не страшные метели. С тобой так вкусно за столом, но слаще все-таки в постели. Стучаться нужно. Что? Нужно стучаться. Вы что здесь делаете? Стою на табуретке. Как отвечаете старшему по званию? Слезь! Смирно! Встать! Смирно! Здрасте. Вас это тоже касается. Вы кто такие? Я спрашиваю вас. Кто вы такие? А кто мы такие? Товарищ гвардии-капитан, вам скажет наш непосредственный начальник. А она у нас тоже офицер, а не хухры-мухры. Группа, на место построения, бегом! Товарищ гвардии-капитан, спецразведгруппа, прибывшая в ваше распоряжение, готовится к отбою. Докладывает командир группы, младший лейтенант Кремис. Не понял. Спецразведгруппа готовится к отбою. Докладывает младший лейтенант Кремис. Вольно. Вольно. Группа, отбой. Отбой. Раздеваться, что ли? Командуйте. Лейтенант Кремис. Отставить смех. Отбой. Ваши документы. Пропустить!
Товарищ полковник у себя? К нему сейчас нельзя. Это и есть ваша спецразведгруппа? Во главе с лейтенантом по фамилии Кремис. Это шутка такая? Мне не до шуток, капитан. Это их я должен подготовить за 2 недели к марш-броску на 25 километров, а потом спецзадание? Так точно. Так, в таком случае, товарищ полковник, разрешите подать рапорт? Подавайте. Прошу направить меня в штрафной батальон. Не по адресу, капитан. Путевку в штрафбат трибунал дает, а не я. Отдавайте по трибуналу. За что? Отказываюсь выполнять ваш приказ. Герои Советского Союза в штрафбатах не воюют! Да там же дети. Никак нет, все совершеннолетние. Сейчас что, 41-й год? Мы 4 мужиков найти не можем. Молчать! Виноват. Да ни хрена ты не виноват, я сам так думаю. Но другого выхода нету, нету! Да в моей роте! Молчать! Я сказал все! Садись, успокойся и слушай меня внимательно. Значит так, пока знакомься с группой. Какое будет задание? Задание ответственнейшее, а потому особо засекреченное. Строго следи за тем, чтобы никто из них не вступал ни в какие контакты, чтобы не болтали. Инструкции по подготовке будешь получать каждый день лично от меня. Это первое. Понятно. Второе. На младшего лейтенанта Кремис можешь положиться как на самого себя во всем. Какое будет задание? Я же тебе говорил, все особо засекречено, не знаю. Все решается наверху. Твоя задача – тренировка их, бег на дальние дистанции, рукопашный бой и плавание. И еще, Михасев, тебе нужно будет с девчатами подготовить концертную программу. Не понял. Товарищ полковник, я разведчик, а не культ. Просвет работник. А если разведчик, значит, тебе должно быть известно лучше меня, что война — это не только пальба на передовой. Сам-то что умеешь делать? В смысле? Петь, танцевать. Чечетку. До войны. Бил. Чечетку, говоришь? Чечетку. Вот и бейте. Пока. Чечетку. Товарищ полковник. Выполнять. Слушаюсь. Михасев. Рапорт-то свой забери. Направо! Раз, два! Шагом марш! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Группа на месте! Стой! Раз, два! Кругом! Раз, два! Шагом марш! Раз, два! Сколько раз говорить выше ногу, Батя? Да не получается раз, у меня! Два. У вас ничего не получается! Раз, два! Раз, два! Гурская, держать спину! Группа, на месте! Стой! Раз, два! Группа, направо! Раз, два! Равняйсь! Смирно! Товарищ гвардии капитан! Спецразведгруппа, прибывшая в ваше распоряжение, занимается строевой подготовкой! Докладывает командир группы младший лейтенант Кремис!
Встать в строй. Есть! Здравия желаю, товарищи бойцы. Здравия желаем, товарищ гвардии-капитан. Вольно. Давайте знакомиться. Гвардии-капитан Михасев. Аля. Тогда я Коля. Отставить! Как надо представляться в армии? Ладосева. Боец. Ладосева. Боец Ладосева. Боец Гурская. Боец Батян, 2Б. Два наряда вне очереди. За что? За 2Б. Вы в армии. Хихоньки, оставьте для танцулик. После войны. Слушаюсь, товарищ капитан. Я назначен командованием подготовить вашу группу для специального задания. Дисциплина с этой минуты железная. Под вашу ответственность. Так точно. Через полчаса с личным оружием на стрельбах. Разойтись. Есть! Разойтись. Я сказал, разойтись. Есть, есть, есть. Кому сказали, разойтись. Здравия желаю, товарищи бойцы. Здравия желаем, товарищ гвардии-капитан. Вольно. Давайте знакомиться. Гвардии-капитан Михасев. Аля. Тогда я Коля. Отставить! Как надо представляться в армии? Ладосева. Боец Ладосева. Боец Ладосева. Боец Гурская. Боец Батян, 2Б. Два наряда вне очереди. За что? За 2Б. Вы в армии. Хихоньки,
Оставьте для танцулик. После войны. Слушаюсь, товарищ капитан. Я назначен командованием подготовить вашу группу для специального задания. Дисциплина с этой минуты железная. Под вашу ответственность. Так точно. Через полчаса. С личным оружием. На стрельбах. Разойтись. Есть! Разойтись! Я сказал, разойтись. Есть, есть, есть. Кому сказали, разойтись. Приготовиться к стрельбам. Еще. Никаких разговоров о спецразведгруппе, чтобы я больше не слышал. Ни слух, ни шепотом. Вы что, левша? Да. Поднять. Вот так. Прицел. Вы для всех женское отделение батальона связи. Понятно. ЖОПС. Что? Женское отделение батальона связи. Сокращенно ЖОПС. ЖОПС так ЖОПС. Кто плохо плавает? Я. Фамилия? Боязгурская. За мной повторяйте. Кто хорошо плавает? Я, боец Батян. Чтобы через три дня боец Гурская плавал и нырял, как селезень. Вот ну, так. Как селезень не обещаю, но как крякла плавать будет. Хорошо. Лейтенант, следить за тем, чтобы все пищевое довольствие бойцами и дополнительное употреблялось лично до последней крошки. Есть. А если аппетита нет? Будет. Гарантирую. С завтрашнего дня. А слабший боец – это нож в спину остальных. Это первое. Вопросы есть? Нет вопросов – отлично. Тогда второе. Вы находитесь в действующей армии, поэтому требования с вас будут как… С мужиков. Батян, а что, я неправду сказал? Правду. Правду. Пусть поговорит лейтенант. С завтрашнего дня она свое имя с трудом выговаривать будет. Кто я? Разговоры. И последнее. Вы люди взрослые. И несете полную ответственность за свои поступки. На вас особая форма одежды. И вы находитесь при исполнении особого задания командования. Приказ на его исполнение может прийти в любую минуту. Поэтому кто покинет расположение группы без разрешения? Трибунал. Я не пугаю. Я не шучу. Понятно? Так точно. Понятно? Так точно. Так точно. Вас, младший лейтенант, это не касалось. Торс! Огонь! Группа, 10 минут марш-бросок. Через 10 минут здесь. Повторяем стрельбы. Вера, откройте. Это комендант города. Herr Kommandant. Господин комендант, уже очень поздно. Это приказ. Вы не волнуйтесь, я ненадолго. Можно? Я, натурлиш. Да, конечно. Только уже очень поздно. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь.
Вы представляете, в этой дыре мне удалось достать приличное шампанское для того, чтобы прийти в гости к фройлен. Я надеюсь, у вас есть бокалы. Я. Да. Возьмите два. Еще раз прошу простить меня за столь внезапный визит. Издание 1899 года, помните? Как это по-русски? Здесь вся загадочность истины всей. Вечная женственность тянет нас к ней. Это вам. Господин комендант. Я же вас спросила. А еще обвиняет в жестокости солдат Рейха. Вера. Из всех женщин, которых я встречал в жизни, вы самое жестокое создание. Ах, зо. Вот как? Зо ist es. Именно так. Bitte? Прошу. Auf Sie? За вас. Вера, вы не оставляете мне надежды. Вы знаете, что происходит, если немецкий рыцарь начинает что-то терять? Нет. Он начинает это завоевывать. Господин комендант, мне режиссер сказал дома много репетировать. У меня концерт скоро. Всего доброго. Пожалуйста, уходите. Я вас не приглашала. Зачем вы меня гоните, Вера? Пожалуйста, отпустите. Я не хочу. Меня не надо бояться. Я не хочу, пожалуйста, не надо. Не надо кричать. Пожалуйста, ну не надо. Заткнись, дрянь. Пожалуйста. Нет! Нет! Помогите! Помогите! Стой! Шайса! Кто там? Это я, Вера Михасева. Вера? Заходите. Что случилось? Анатолий Францевич, он пришел, он постучал и сказал, что это приказ. Тихо, открыла. Успокойся, присаживайся. Тихо. Успокойся, тихо. Успокойся. Выпей воды. Тихо, успокойся. Что было дальше? Он набросился на меня и повалил на кровать, а я его ударила и убежала. Кто это был?
успокойся, все будет хорошо. Тихо, 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 тихо. Нам еще этого. Нам еще этого не хватало. Ах ты, черт. Вы меня извините. Я уйду. Я уйду. Подожди, извините. Подожди. Ну куда ты пойдешь? Успокойся. Тебе же некуда идти. Что-нибудь придумаем. Подожди. Не надо никуда идти. Пойдем. Успокойся, не надо волноваться. Это чистое белье. Постелишь себе сама. А я в соседней комнате лягу. Завтра заберем твои вещи. Поживешь пока у меня. Утро вечера мудренее. Спасибо. Отдыхай. Ну чё пялишься? Я уже почти заканчиваю, господин полицай. А-а-а. Я же тебе сказал, чтобы отвез немцам на пост дрова. Я отвезу. Почему не отвез? А? На! Пан полицай! На, скотина! На! Пан полицай! Я сказал, отвези! Отвези! Господин полицай! Не бейте! На! Ну, пан полицай! На! Господин скотина! Полицай! Огоньку у вас не найдется? А я угощу вас хорошими немецкими сигаретами. А ты кто такой? Я режиссер из Кромани. А что здесь делаешь? Я каждую субботу покупаю у этого человека молоко. Угощайтесь. А что он натворил, господин полицай? Это белорусское быдло решило ставить немцев без дров. Солдаты пожалуются, а я по шее получу. А он не белорус, господин полицай. А мне какая разница, поляк русский. Но вы не знаете, вы не местный. Он немецкого происхождения. Что? Еще в Первую мировую. Кто-то из немецких офицеров позабавился с дочкой местного лесника, вот и родился Краузе. Возможно, у офицера была фамилия Краузе. Так что поосторожнее, господин полицай. А то нехорошая история получается. Русский избивает немца. Вы угощайтесь. Херр Краузе. Данке. Чтоб через полчаса дрова были на месте. Обязательно будут, пан полицай, обязательно. Херр Краузе. Вам нужно торопиться. У нас осталось мало времени. Понял. И будьте предельно осторожны. Понял. Как себя чувствуете, боец Батяна? Как скаковая лошадь. Какими еще талантами, кроме галопа? Адреналин от природы. Не поняла, товарищ капитан. Боязнь, танцуете? А вы меня на танц хотите позвать? Вроде того, наверх. Боец Гурская. А я песни могу петь. Отборочная комиссия одобрила. Боец Сладостева. Что умеете? А я, по-моему, уже ничего не умею. Товарищ капитан. Хотя раньше на фортепиано играл. Младший лейтенант. А я в детстве рукоделием занимался, товарищ капитан. Кто швец, кто жнец, кто на дуде.
Группа, слушайте меня внимательно. Вечером в 7 часов всем собраться для прохождения практического курса по танцу. Куда? Будем учиться бить чечетку. Руководитель кружка, капитан Михасев. За мной. С ума сойти. Отлично, молодцы. Мы почти подготовили программу. Можете быть свободны, 5 минут отдыха, и потом работаем канкан. Мне кажется, что вам придется скорректировать вашу программу. Можете быть свободны. Нет, 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 нет. Вы задержитесь. Вы, да. Идите сюда. Что-нибудь случилось, господин комендант? Вам известно, господин режиссер, что место проведения концерта обязывает нас быть бдительными и предпринимать особые меры безопасности. Вот эти листовки найдены у вашей актрисы в ходе проведения обыска. Господин комендант. Господин комендант. Я абсолютно уверен. Это какое-то недоразумение. Я не имею никакого отношения к этим листовкам. Вам придется поехать со мной. Господин комендант, вы же прекрасно знаете, что вера здесь ни при чем. А вы уверены, господин режиссер, что поступаете правильно? Мы знаем, где ночевала сегодня эта девка. Господин комендант, она ночевала у меня. Но только по одной причине, что кто-то ввалился к ней в дом и попытался изнасиловать. Разве это не ваша книга, господин комендант? А вы не такой дурак, каким кажетесь. Господин режиссер, кто вы такой? Я человек, которого назначили организовать концертную программу. Почему вы не на фронте? У меня порвано сухожилие. Где вы родились? Я родился в Данциге. Мать у меня полька, а отец немецкого происхождения. В таком случае мой вам совет. Сидите тихо и выполняйте свою непыльную работу. А вы едете со мной. Господин комендант, если вы арестуете Веру, я не смогу так быстро найти ей замену. Я вижу, вы азартный человек, господин режиссер. Это похвально. Что ж, вы правы. Мы не будем расстраивать Гауляйтера. Пока. Но после концерта я расставлю все точки над «и». Не сомневайтесь. Что теперь будет, Анатолий Францевич? Мы будем продолжать работать. Идите на сцену. Не волнуйтесь, девочки. До вечера доживёт. Отставить разговоры! В лесу передвигаться, пригнувшись. Пригнувшись короткими перебежками. Я сказал, пригнувшись. Короткими перебежками. Короткими перебежками. Не прогулка по парку культуры. Слушайте внимательно. Делай руками вот так, надо исчезнуть. А что значит исчезнуть? Замаскироваться. Прятки сыграть, по-вашему. Хоп! Боец Ладосев, живее! Все обнаружены и убиты. Кремль лежать. Остальные ко мне. Ко мне! Вот как надо маскироваться. Ее обнаружишь, если только споткнешься об нее. А вы разлеглись. Как телухи. Продолжаем занятие. Молодец, Кремис. За мной. Я
Группа! Слушай мое задание. Отрабатываем преодоление водного препятствия. Марш! Оружие держим над головой. Живо! Жду вас на том берегу. Возвращаемся на базу. Воду никому должны не пить. Комбинезоны выстирать, просушить. Завтра тоже побежим. Побежим. Так зачем их стирать? Повторяю, выстирать, просушить. Батян отутюжить. Дурдом. Гурская, как с аппетитом? Волкова съела. Лейтенант, ужин поплотнее. Добавки не жалеть. Есть. 7 часов курса чечетки. Сейчас отдыхаем. Не опаздывать. Бегом! Так что сразу приступаем к активным, практическим занятиям. Первое движение. Правой ногой пяткой удар в пол, носок. Левая нога. Пятка, носок. Пятка, носок, удар. Левая нога в пол и удар. Правая в пол и удар. Движение напоминает, как будто мы идем пешком. Товарищ капитан, а может я лучше спою? Отставить! Отставить! Пятка, носок, пятка, носок. Пятка, носок, пятка, носок, пятка, носок. Младший лейтенант Кремис, почему не танцуете? Я не могу. А вы попробуйте. Пятка, носок. Я не могу. Раз, два. Начните. Само получится. Раз, два. Пятка, носок. Как вас прикажете понимать? А понимать это надо так, товарищ гвардии капитан. У меня школа СМЕРШа за спиной. Я профессиональный диверсант, отличник боевой подготовки. И я не понимаю, почему я должна здесь топать ногами в пол. Младший лейтенант Кремис. Да. Младший лейтенант Кремис вас внимательно слушает. Объясните мне, в чем ваше задание? Я не понимаю, ведь я офицер, а не марионетка. В данный момент ваше задание четко исполнять мой приказ. А я отказываюсь его выполнять. Продолжать. Пятка, носок. Пятка, носок. Чё это с ней? Встать! Встать, я сказал, встать! Я жду объяснений. Товарищ... Гвардии капитан... Сейчас я вам все объясню. 3 года назад я и моя младшая сестра попали к немцам. Их было 4, нас 2. Такие простые немецкие парни из Баварии, которым было очень скучно. А когда людям скучно, они хотят развлечься. Знаете, как они развлеклись? После этого... Моя младшая сестра прожила еще 2 недели и умерла у меня на руках в день, когда ей исполнилось 14 лет. Как вы думаете, товарищ гвардии капитан, я могу после этого танцевать? Вы после школы СМЕРШ участвовали в боевых операциях? Нет. Это первое.
Так вот, Вероника. Я здесь тоже не для того, чтобы кружок самодеятельности открывать. Война, она разная. У кого на передовой, у кого как у нас. Задание. Не знаете ни вы, ни я. Поэтому мы будем бить в чечетку. Приведите себя в порядок. Возвращайтесь. Привет. Значит так, выполнишь поручение, но в этот раз будь осторожнее, чем обычно. Сообщений больше не будет. Если понадобишься, я найду тебя сам. Понял? Руки подняли! Но если начальство просит, почему не поднять, господин полицай? Вон а как! Я сразу понял, что что-то не так. Вся эта ваша канитель с господином Краузе. Руки выше! Господин полицай, как же так? Значит так, тело спрячь понадежней, выполнишь задание и сам уходи. Сюда больше не возвращайся, понял? Понял. Давай, быстро. Смотри, как ровно обрезаны края. Курт, послушай. Курт, в чем дело? Посмотри, какие ровные края. Здесь кто-то был совсем недавно. И трава примята с кустами. Нужно доложить начальству. Ладысева, удар резче. Резче! Резче! Гурская, да не гладь мешок, ну вы же... Стоп! В бою врагу надо дать так, чтобы он не встал. Ваше преимущество в том, что как противника вас всерьез никто никогда не воспримет. Посмотрите на Батян. Это что, противник? Этим надо воспользоваться при необходимости. Показать свою слабость, беспомощность, потом нанести сильный, резкий удар в слабое место. У каждого богатыря есть такое место. Переносится солнечное сплетение. Пах. Понятно? Батян, работаем. Вам же больно будет. Я потерплю. Нос. Пах. Я сказал пах. Переносится. Пах. Я сказал. Больно! Кремис. Отлично. Вот так надо. Если бы я не был готов, я бы сейчас скорчился у нее ног. И она меня добила. Продолжаем.
Личное оружие на плечо. Продолжаем с оружием. Здравия желаю, товарищ майор. Да ладно, к черту формальности. Вот барахлишко тебе решили подбросить. В смысле? На, почитай. Так тебе понятней будет. Бред какой-то. Чушь. После ознакомления уничтожить? Что уничтожать? Что? Товарищ майор, объясните смысл всей этой подготовки, всей этой самодеятельности. Во-первых, неуполномочен. А во-вторых, это самое главное, Михасев. Я сам ни хрена не знаю. Все идет сверху. Значит, надо беспрекословно выполнять. Дом свидания мне, что ли, с ними открыть? К сожалению, все несколько сложнее. А как там репетиции? В разгаре. А? Ну, давай. Репетируй. Живей! Живей, сказал! В линию! Смирно! Слушай мое задание. В полном обмундировании. С личным оружием. Пройти всю полосу препятствий за 2 минуты 40 секунд. Исполнять? Есть! Время пошло. Батян! Батян! Ниже! Ниже! Лады себе! Плотнее к земле! Плотнее! Гурская! Не спать! Живее! Живее! Быстрее! Кремис! Хорошо! Гурская! Гурская обнаружена, замечена, расстреляна противником! Живо! Огненное препятствие! Хорошо, Кремис. На бревно! Thank you.
Живо, 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 живо! Пошел, 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 пошел! Ладысева, это не подводное плавание! Оружие над головой! Хорошо, Кремец. Подбородок на перекладину. Молодец. Хорошо. Курская, Батян, я же сказал, не повеситься, а подтянуться. Ладосев, а где карабин? На канате вниз не смотреть. Повторяю, вниз не смотреть. Живее, время. Время. Капитан, поставленная задача выполнена. Никак нет, товарищ лейтенант. С поставленной задачей справились только вы, персонально. Остальные, боец Ладосева, карабин утоплен, боец Гурская, боец Батян. А вас или хорошо, или никак. Приступаем ко второй части задания. В чемоданах платье, блузки, туфли, гребешки, помада, бусы, прочая дрянь. Снять с себя комбинезоны и все это надеть. На все про все 5 минут. Сколько? 3 минуты. И еще. Причесаться и накраситься, чтобы лица были как с картинки. Как на танцы. Приступать. Есть. Время пошло. Я не могу. Что? Я не могу. Чего вы не можете? Я не могу перед вами раздеваться. Почему? Я даже перед родным отцом не переодеваюсь. Я не ваш отец. Вы все равно мужчина. Не мужчина, не брат, не муж. А я твой командир, боец. За линией фронта женских и мужских комнат нет. Если тебя, не дай бог, зацепит осколок или пуля, я тебя раздену без всякого стыда и неловкости и твоего разрешения, где надо. И перевяжу, где надо. Тоже сделаешь ты. Понятно? Так точно. Время. Оружие. Привести в порядок. В линию. С поставленной боевой задачей справился только младший лейтенант Кремис. Остальные неудовлетворительно.
Завтра будет еще одна попытка. Советую воспользоваться. Группа. Вольно. Разойтись. Группа, вольно, разойтись. Надо же. Вторая попытка. Осчастливил. Если завтра будет все то же самое, лучше не дожить. Зверь он в Африке, зверь девочки. Разговоры. Всем привести себя в порядок. А вам к лицу косметика, товарищ младший лейтенант. При помаде вы вовсе не такой сухарь, как кажетесь. Зин, прекрати, а? Тебе не стыдно? А с каких пор ты меня одергивать повадилась? Может, распоряжение соответствующее имеешь? Девочки, да что с вами такое? Стоять. Aufstehen! Ist er tot? Ты убил его? Machen fertig. Нет, ранил. Добивай. Пойдем. Стоять. Aufstehen! Ist er tot? Ты убил его? Machen fertig. Нет, ранил. Добивай.
Ком. Пойдем. Вот и стало известно, когда мы с немцами повальсируем. 20 августа. Хорошо. Кажется, пора рассказать Михасеву правду. Ого! Кажись, харчи привезли. Что-то рановато сегодня. Давай, давай, открывай. Привет, девчата! Как жизнь молодая? Лучше всех! Война войной, а обед по расписанию. На разгрузку провианта 5 минут. Ну что, девчата, голод не тетка. Пойдемте посмотрим, что нам родина к обеду приготовила. Здравствуйте, а вы из комендатуры? Из нее самой. А, Селивцов Дмитрий Николаевич, лейтенант. Знаете такого? Селивцов, говоришь? Да. Знаем такого. Минуточку, одну минуточку. Ладочкина, ты куда? Я сейчас. Опять свиная тушенка? Да я от нее скоро закрюкаю. Передайте ему, пожалуйста. Да ты что? Меня же за это под трибунал. Ну, я очень вас прошу, это очень важно. Не проси даже. Ну, пожалуйста, передайте, я очень прошу. Это что такое? Ничего. А ну, дай сюда. Это значит, вот оно что. У всех подписка, у всех секретность. А наша правильная Ладосева депеши пишет. А ну, дай сюда. Не дам. Ах так? Товарищ младший лейтенант! В чем дело? Что случилось, Батян? Отрабатываем приемы рукопашного боя, товарищ младший лейтенант. Записку. Это личное. Боец Ладосева, я приказываю отдать записку. Немедленно дай сюда. От трибунала вас спасает только то, что мы не успеем подготовить нового бойца. Вам ясно? Я вас спрашиваю, вам ясно, боец Ладосева? Так точно. Продолжаем разгрузку. Что там происходит? А у меня уже с чечеткой все получается. Я сама репетировала после нашего занятия. Что вы мне хотите сказать? Я попросить хочу. Слушай. Отпустите меня, пожалуйста, в город всего лишь на 1 час. Я вас очень прошу. Димка Селивцов, мы с ним еще в школе встречались. Лейтенант, мальчишка такой. А когда его на фронт забрали, я даже попрощаться с ним не успела. 2 года думала, что он погиб, что его нету больше. Он ведь писем не слал, а тут выяснилось, что он в соседней комендатуре, в нескольких километрах, понимаете? Но от меня-то вы что хотите? Отпустите меня. Но отпустите меня всего лишь на 1 час. Я вас очень прошу. Честная комсомольская, я через час вернусь. Младший лейтенант Кремис. Честная комсомольская, я вернусь. Слушаю вас, товарищ гвардии капитан. У бойца Ладосевой гуляют нервы. Взять под особый контроль. Есть. Что вы себе позволяете, боец Ладосева? Пожалуйста, я должна его увидеть. Немедленно прекратить истерику.
Пожалуйста. Пожалуйста. Спецразведгруппа. Мамань. Разведгруппа переправляется через речку Рассасинку, высаживается вот на этой излучине. С максимальной скоростью движется к поселку Ветрич. Сколько до Ветрича? 40 километров. 35. По прямой 35. Через лес 40. В поселке нужно найти нашего связного, его зовут Тарас Трофимов, сельский доктор. Места там непростые, весь лес усыпан минами, как грибами. Тарас знает, как прошмыгнуть. А теперь самое главное, капитан. Внимание. Деревня Савинбор. Вот здесь ты со своей группой. Дальше по шоссе метров 300. Пуща. Где-то в пуще, мы точно не знаем где, находится узел связи армии Вайс-Росс. Твоя задача – парализовать его работу. Товарищ полковник, не понял. Я должен уничтожить узел связи армии? Так точно. Один. С группой. Со своей группой. Да там рота здоровых мужиков ничего не сделает. Да что рота? Там батальон ни хрена не сделает. А ты сделаешь. Больше у нас не будет такой возможности, Михасев. Слышишь? Не будет! Товарищ полковник, я с 41-го года на фронте, но никого никогда на верную смерть не посылал. Ты себя в убийцы не записывай, Петр Николаевич. Война! Тебе ведь уже приходилось вызывать огонь на себя. На себя вызывал, на других нет. Эта операция обеспечит 100% успех нашего наступления. Целая армия без связи. Пока не ее восстановят, мы разовьем наступление по всему фронту. И все это с минимальными потерями в живой силе и технике. Вы спасете жизни тысячам людей, это ты понимаешь? Так точно. Вопросы есть, капитан? Никак нет. Просьбы? Пожелания? Помогите мне в военторге купить конфет. И шоколада. А я постройнела! Это тебя вода так отражает! Ах ты, а Едвига это от слова яд? Нет, я Двига. Королева такая польская. Между прочим, моя землячка! Может, прабабушка? А все может быть! Девочки, слушайте, а кто умеет сны разгадывать? Давай, у меня бабушка знахарка была. А, внучка ведьмы метит. Товарищ лейтенант, огурцы обзываются. В общем, снилось мне, что стою я в озере и ловлю рыбу руками. А рыбы так много,
И озеро такое чистое-чистое, как слеза. Вот что это может значить? Девочки, рыбу ж видите, это ж беременности. Ну от кого она родит? От Святого Духа? Или от нашего командира-экзекутора? Да как пить дать беременности? Когда моя мамка мной была беременна, она тарелку жареных карасей видела. Помяни мое слово, Алька, родишь ребенка. Да ну тебя! Вы закончили стирку? Так точно, так точно. Показывайте. Вот. Хорошо. А у меня? Нормально. Перестирать. Зачем? Завтра же опять побежим. Боец Ладосева, повторите приказ. А я вам не попугай, чтобы ваши приказания повторять. Сейчас ты возьмешь этот комбинезон. Перестираешь его. Проверишь, нет ли пятен, укрепишь пуговиц. А если надо, отутюжишь и поставишь заплатки. Вопросы? Есть, перестирать комбинезон. Не женщина, а сухарь. А мне ей даже жалко как-то. А она нас не жалеет. Еще, капитан. В машине с актрисами будет наш человек. Кто такой? По легенде, режиссер оккупационного театра. После встречи он возглавит операцию. Понятно. С актрисами что делать? Ликвидировать. Как и всех, кто может поставить операцию под угрозу срыва. Так значит, мне их ликвидировать? Да, именно так. Рацию и экипировку получите. На берегу. Дополнительная информация при самой отправке. Слушаюсь. Быстрей! Быстрей! Шеренгу по двое! Становись! Быстрей! Становись! Равняйся! Смирно! Представьтесь, товарищ капитан. Мне нужен лейтенант Селивцов. А что, он что-то совершил? Чем скорее я с ним поговорю, тем лучше для вас. Ага. Боец, Селивцова ко мне! Быстро! Смирно! Отставить, как выполняешь команду! Еще раз! Равняйсь! Смирно! Товарищ капитан, лейтенант Селивцов по вашему приказанию прибыл. Следуйте за мной. Товарищ капитан, лейтенант Селивцов по вашему приказанию прибыл. Свободны. Капитан Михазев, СМЕРШ. Вольно. Чем занимаетесь, лейтенант? Чищу оружие. Отлично. Боец Потян? Шью куклу. Зовут Маша. Гербарий. Это вам. Привет. Спасибо. Пожалуйста. Боец Сладосева. Пришиваю погон, товарищ капитан.
Вы ведь в 69-й школе учились? Да, а что? Жду вас у машины. Девочки, не как он ей свидание назначил. Слушаю, товарищ капитан. У озера. Вас ждут. Помогите. Кто? Мне он представился как лейтенант Дмитрий Николаевич Селивцов. В 4 часа утра отвезу его в часть. Хорошо. Спасибо, спасибо. Спасибо вам, товарищ гвардии капитан. Группа, отставить, встать! Лейтенант, отставить, я сказал. Никаких приказов, докладов, отчетов. Сменить форму одежды на платье. Будем ужинать. Вы чего уставились? Помогайте! Девочки, посмотрите, сколько всего! А что празднуем, товарищ капитан? Знакомиться будем. Больше тебя никогда не увижу. А я ведь тогда всего на минуточку опоздала. Прихожу на вокзал, а твой поезд уже ушел. Я ведь каждый день тебе писал письма и в Минск отправлял. Ты разве не получала? Слишком долго шли до меня твои письма, Димочка. Нету больше того адреса. И дома моего нет. И мамы с папой. А мне завтра уезжать, Аленька. А у меня ведь тоже задание, Дим. Какое задание? Не спрашивай меня, родной, ни о чем. Лучше помолчи. Девочки, Зефир! Я его последний раз до войны видела. Колбаса, шоколад. А это что за гадюка? Это угорь, рыба такая. Бывает разве такая рыба? Абрау? Абрау Дюрсо. Шампанское. И что это наш капитан ласковый такой? Что? Событие какое-то, да? Майора дали? Что будем пить? Шампанское, вино? Я все буду. Предлагаю начать с шампанского.
За победу. За победу. За победу. За победу. Ура. 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 Налетай. Петр Николаевич, а вот вы до войны кем были? Держи. Учителем. В школе немецкий преподавал. Кстати, а кто знает немецкий? Я, кроме хандахох, ничего не помню. Но если немца встречу, то за словом в карман не полезу. Воевать по-немецки кэмпфен. Побеждать зиген. А любить либен. Молодец, Вероника. Едвига Яновна, браво. А умирать штермен. Ну, это если нужно. А это нам совсем не нужно. А можно водки? Можно. Сегодня все можно. Дорогие мои бойцы, девочки, я хочу выпить за жизнь, долгую жизнь после этой проклятой войны, за нашу непоколебимую веру, что эта жизнь будет длинной и счастливой. Я хочу, чтобы каждый из вас встретил свою любовь. Я хочу, чтобы каждый из вас родила детей. Я хочу, чтобы вы были счастливы. А я за вас. Давайте белый танец. Петр Николаевич, да. Разрешите? О, конечно. Спасибо. Вы посмотрите, я пригласила, а она танцует. Петр Николаевич, да. Нам с вами аплодисменты. Это не аплодисменты. Кавалеров отбивают, когда они в дефиците. А ну, пошла отсюда. Не подумаю. Смена кавалера, позвольте. Разрешите? У вас кто-нибудь есть? Конечно. Жена, дочь. Когда в 41-м уходил, ей 17 не было. Поезд отправился, бежит по платформе и кричит: «Не покидай,
Папа, не покидай меня. Не покидай. Остров, это пролив. Слушаю, пролив. Сверяем время. Засекай. При обратном отчете 9 часов 48 минут. Отчет 5, 4, 3, 2, 1, 0. Понял, пролив 9:48. Кукушка поет. Понял, пролив, кукушка поет. Есть второй пилинг, квадрат 12, север 32. Острову. Остров, слушаю. Пятый проснулся, прием. Понял, остров. Покидаю территорию. Отбой! Назад! Слушаю! Прошу, отбой! Что случилось? Почему отбой? Здесь ребенок! Дайте отбой! Хорошо? Да. Домой знаешь, как идти? Знаю. Ну, иди. Thank you.
готовимся к переправе. Ударов она не боится. Смотри только, чтобы пуля в нее не попала. Иначе все коту под хвост. Пароль для проводника. Неман. Неман. В означенной точке машина с актрисами будет между 16.00 и 16.05. Если к этому времени вас там не будет, вся операция завалена. И последнее. Артобстрел начнется ровно через 15 минут после того, как ты включишь рацию. Если успеете отойти за это время хотя бы на 100 метров, уже будете как в укрытии. Понятно. На все, чтобы выжить, у нас 15 минут. Да. Мы на территории врага. С этого момента два способа передвижения. Ползком и пригнувшись. Быстро, дальше в лес. Пошли. Пригнувшись, я сказал. Привал 2 минуты. Отдышаться. Поесть, попить. 8 километров прошли? 10. Я это место знаю. Младший лейтенант, объявляю благодарность за подготовку бойцов. Служу Советскому Союзу. Пейте. Следующая остановка Ведрича. На окраине деревни, возле леса, дом. Там наш проводник. Понятно? Понятно? Так точно. Так точно. В случае непредвиденных обстоятельств, встречаемся у него, он наш связной. Группа, подъем. Подъем. Привал окончен. Начинаем движение. Подъем. Подъем. Подъем, подъем.
Тихо. Дорогу переходим по одному. На той стороне быть внимательным предельно. Могут быть заминированные участки. Боец Батян, пошла. Лейтенант. Ладно, все. Тихо! Назад! Посторонитесь, ребята, живее, живее. Не загораживайте нам картину. Отойдите. Приготовились. Сейчас вылетит птичка. Еще секунду и снимаю. Прекрасно, просто великолепно. Господи. Кто-нибудь еще желает фото на память? Замерли. Еще один кадр. Так, господа, плотнее. Еще плотнее. Общий снимок. Внимание, улыбаемся. Уходи! За отказ от общественных работ, связь с партизанами и помощь Красной армии. Товарищ капитан, что там происходит? Тихо. Тихо. Товарищ капитан, как же так? Неужели? Вы приговариваетесь к смертной казни через расстрел. Заканчивайте. Давай, пошли со мной, давай. Сейчас мы с ними разберемся. Васек, нет, не делай этого, Васек. Ты помнишь, мы с тобой за одной партой сидели? Нет, Васек. Автомат, автомат подними. Так как же так, Васек, что ты делаешь, а? Мы же змеи воздушного с тобой запускали, Васек! Патрон, патрон, я сказал патрон! Васек, не убивай, Васек! Быстрее! Момент, гер-офицер, момент! Ты сейчас сам напротив встанешь. Бать. Я прошу тебя, сынок, старайся, старайся, сынок, старайся! Это Шурка, бать, как так? Я не могу! Я не буду, бать! Давай, я прошу тебя, я прошу! Я прошу тебя! Иначе и меня с тобой вместе с ними. Давай, сучонок! Что вы делаете, гады? Тихо. Стреляют! Стреляют! Стой, спокойно, Батян, спокойно. 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 Тихо. Стой. За мной. За мной. Аудиваген. Все, уезжаем. По машинам. Быстро. Пошли. Это Шурка. Давай машину. Thank you.
Лови его! За ним! Папа! Папа, очнись! Папа! Папочка! Папа! Папочка! Папа! У тебя родня еще есть? Тетка в соседней деревне! Беги к ней! Слышишь? Да. Как тебя звать? Иван. Ну, ты нас здесь не видел. Понял? Да. Это важно. Беги. Уходим. Я больше не могу. Сейчас. Потерпи. Здесь недалеко за лесом. Должна быть деревня. Пей. Хватит. Нельзя столько. Товарищ лейтенант, что мы делать дальше будем? Вставай, Батян. Вставай. Товарищ младший лейтенант, там же стреляли, может, вернемся? Стой! Замри. Что это? Товарищ младший лейтенант, что это? Что? Ты стоишь на мине.
Хватит, хватит, нельзя столько. Товарищ лейтенант, что мы делать дальше будем? Вставай, Батян. Вставай. Товарищ младший лейтенант, там же стреляли, может, вернемся? Стой! Замри. Что это? Товарищ младший лейтенант, что это? Что это? Ты стоишь... Что? На мине. Замри. Мамочки. Только не двигайся. Пожалуйста, тишевелись. Слышишь? Как же так? Угораздило именно меня. Сейчас. Я сейчас. Так, Михасев уже в деревне. Сейчас я его приведу, он сможет. Слышишь меня? Он знает как. И он сможет, слышишь? Я сейчас. Вероника, ты куда? Вероника, не бросай меня. Боец Батян. Пожалуйста. Боец Батян. Все тебе в руки, слышишь меня? Это приказ. Зинка, Зинка, слышишь меня? Только не шевелись, вообще не двигайся. Замри. Только не шевелись, пожалуйста. Стой, только не шевелись. Я сейчас приду, сейчас я приду. Товарищ младший лейтенант. Капитан, когда же они ответят? Потеряли время. Едвигочка, мы же сможем быстрее бежать, а? Сможем? Через лес в обход все равно не успеем. Рискнем напрямую. До хворостовки. Подбросишь? Здесь недалеко. Пешком дойдешь. Но! Сказал. Подбросишь. Прячься, Сена. Быстро. Быстро. Пойдем. Сена. Давай, давай, быстрее. Но. Но. Поехали. Но. Стоять. Что? Доброго здоровья, герр-офицер. Аусвайс. Документы. Я аусвайс. Арбайтенкарт. Что вы сделаете? Сено. На хворостовка. Коровы, му. Херсень, герр-офицер. Алес клар. Поезжайте. Благодарю. Благодарю, герр-офицер. Стоять. Oh!
Терпи. Аля, терпи. Помоги, помоги. Сейчас, сейчас, сейчас. Лес. Лес, тащи. Давай, дед, давай. Значит, через 15 минут должны быть хоростовки. Поехали, быстро. Быстро. Ты что? Что? Все в порядке, товарищ капитан. Что? Все в порядке. Слышь, спасибо тебе. Тебе спасибо. Спасибо. Ну, пошла! Стой! Тарас! Тарас, открывай! Чего надо? К тебе гости. Неман. Пошло! Пошло! Давай, давай, давай. Его нельзя отпускать. Я пошел. Быстрее. Сарай. Ты что? Давай, 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 давай. Пошел. Ты что? Пошел, сарай. Пошел. Я... Пошел. Давай, Тарас. Ты что? Давай, давай, давай. Ты что? Ты что, Тарас? Возьми. Рацию возьми. Еще чуть-чуть, все будет хорошо. Все будет хорошо, если мы уйдем отсюда через 15 минут. Ей нужно отдохнуть, товарищ капитан. Нам нужно уйти отсюда через 15 минут, с ней или без нее. Я пойду, правда. Ну-ка. Лежи, лежи. Тише, Аля, тише. Что с ней? Бинты и вату. Успокойся. Иголку, нитку. Самогон или спирт. Все будет хорошо. Я понял. Потерпи. Вода, полотенце. Готовься, будешь меня ассистировать. Я кровью боюсь, товарищ капитан. На 10 минут забудешь про это. Держи ее. Аля! Давай пей, сынок. Пей, я сказал. Бать, как же так, а? Бать, там же все наши были. Дядя Паша и Шурка. Бать, а? Наши, говоришь. А когда папаня? Твоего Шурки, дядя Паша. На сельсовете в 37-м году моему отцу путевочку на Колыму выписывал. Ты плакал, а? Ты плакал? Ты плакал? Бать! Какие же они наши, сынок! Но ничего, сейчас с ними все кончено. Свидетелей нет, и концы в воду. Бать, там это
Витька мало убег. Какой Витька? Да ты че, сучонок? Ты что, все видел и молчал? Блять. Да ты понимаешь, что если немцы про это дознаются, они нас взернут. Это ты, гаденыш, понимаешь? Бать, он не придет в деревню. Он же не дурак. Да, конечно, он не дурак. Он к партизанам пойдет и им все расскажет. Они мне хату, корову, хлеб, все пожгут. И тебя, придурка, с твоей мамашей грохнут. Ты это понимаешь, сучонок? Влас не надо, Христофор, пусти ты! Бать, я не нарочно, бать. Водку жрете. А партизаны на моих глазах двух немцев положили. Сейчас у Тараса прячутся. Пошли. Ну, чё ты сидишь? Чё ты сидишь? Пошли. Сынок, сынок. Бей. Товарищ капитан, у нас может идти? Посмотрим, бей. Еще, еще. Шарочка, терпи. Держи ее. Держи! Терпи! Держи! Анечка, терпи! Прошу тебя! Аня! Терпи! Тихо, 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 тихо! Анечка, терпи, уже почти все! Пожалуйста! Терпи, терпи! Еще раз! Молодец! Терпи, Анечка! Терпи! Все будет хорошо! Молодец. Тихо. Мальчика. Сколько их говоришь? Мужик, две девки. Одна раненая. Ну и что? Думаешь, втроем не справимся? Они двух фрицев положили. Нас, как куропаток, пристрелят. Надо немцев подождать. Немцы другую деревню на зачистку укатили. Ага. Будут через два часа. За каждую голову партизана 150 рейхсварок обещано. Они не партизаны, вот сразу видно, они не партизаны. Подожди, подойдем поближе. Они выйдут, мы их сразу и положим. Ага. Пошли. Убью. Руки подняли! Руки подняли! Вот так, молодец, командир. Не двигаться! Второй раз повторять не буду! Оружие! Оружие на землю! Молодец, командир. Вот так. А теперь быстро пошли! Васька! 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 Уходим на шумели, так? Давайте, быстрее, быстрее. В лес. Давай, живи, давай. Лес, лес. Мне сегодня отец снился. Взял за руку и повел куда-то за собой по снежному полю. А в поле прямо на снегу цветы растут. Туберозы, как в учебнике ботаники. Ну что? Сейчас никто не сможет разминировать. Зина, ты стой. Я стойка.
Стой. Сколько сможешь? Нам идти надо. Товарищ капитан, я попросить хочу. Да. Есть деревня Рай. 6 километров к западу от Смоленска. Там тетка живет. Моя Дарья стара, больно. Я у нее сыночка оставила. Слава. Слава, батян. Вы найдите его, пожалуйста. Ему всего 3 годика. Пожалуйста. Найду. Обещаю. Товарищ капитан, только не забудьте. Он родился 6 апреля 41 года. Обещаю, Зина. Ну что, вы сможете ее разминировать? Ударно-спусковой. Механизм взведен. Разминировать невозможно. Товарищ капитан, совершенно нет времени. Лес будут прочесывать. Нужно уходить. Уходим. Я так не могу. Уходим. Нет. Уходим. Нет. Ну как же так? Уходим. Пойдемте. Уходим. Нет. Иди. Прости, что не уберегла тебя. Поед, Батян, Бабе, прости меня. Идите, ты меня прости, идите. Зина! За мной, живо. Собаки, близко уже. Так мы не дойдем. Можешь идти. А я не знаю. Боец Лас, остаетесь здесь. То есть как остается, товарищ капитан? Не выполним задание. Нет, она справится, она сможет, да. Слышите? Давай, вставай. Мы обязаны оставить ее здесь. Товарищ капитан, мы не можем бросить ее здесь. Тогда я тоже останусь. У вас приказ. Дискотировать будем после выполнения задания. Никак нет. Приказ не может быть выполнен так. Так неправильно. Так не может быть. Это не по-человечески, ясно? Уходите. Так не может быть. Уходите по этой тропинке, там нет мин. У сломанной сосны направо рукой подать. Помоги ей. Я уведу их. Уходите. За мной. Я смогу, видите? Уходите. Живее. Как успехи, господин режиссер? Спасибо, господин комендант. Надеюсь, мы вас не разочаруем. Позвольте, я помогу вам. Спасибо. Мне бы тоже хотелось на это надеяться. Большие чиновники, знаете ли, они как дети, не любят быть разочарованными, очень капризны. Мы обязательно это учтем, господин комендант. Как ваша нога? Спасибо. Время от времени беспокоит. Дамы, прошу. Спасибо.
Господин режиссер, вы поедете на этой машине в сопровождении наших солдат. Я, к сожалению, не смогу составить вам компанию. Я должен проверить дорогу и обеспечить безопасность. На посту узла связи вас встретит офицер. Он будет предупрежден о вашем прибытии. Да, кстати, чуть не забыл. После этого мероприятия вам придется пройти медосмотр. Немецкие медики определят, что же все-таки с ногой. Хорошо, господин комендант. До встречи. Товарищ капитан, мы что, опоздали? Надеюсь, что нет. Тихо! Двое на мотоцикле. И водитель в машине. Один патрон. Товарищ капитан, один мотоциклист мой. Я ножи хорошо метаю. Честно. Не промахнись. Второй попытки не будет. Полковник НКВД Любимов. Капитан Михасов, младший лейтенант Хрисов. Займитесь актрисами. Сколько вас человек? Трое. Выходите из машины быстро. Мы понесли потери. Шевелитесь! Капитан Михасов, мы должны провести операцию любой ценой. Через 30 минут девочки должны быть на сцене. Пап! И другого варианта у нас нет. Вы понимаете меня? Пап! Папа! Она тебя все равно ждала. А что с ней? Ее немцы увезли. Нету мамы. Алька. Товарищ капитан. Вас было четверо, теперь осталось двое. Это вызовет подозрение. С нами пойдет Вера. Это приказ. Собирайтесь живо. Переодевайтесь. Быстрее. Доченька.
Ты помнишь, я тебя до войны танцевать учил? Аккуратно. Чечетку. Я помню. Ты помнишь? Пятка-носок. Пятка-носок. Я помню, помню. Капитан Михасев, у нас нету времени. Переодевайтесь, выдвигаемся. Вы остаетесь здесь, быстро. Ауштаген! Ауштейн! Встать! Дорогу на узел связи быстро! Говори! Я сказал, говори! Где дорога на узел связи? Говори! Через 500 метров у сломанной сосны налево. Дальше 2 километра на юго-запад и съезд направо. Не стреляйте, я вас умоляю. Все, нам пора. Надеюсь, по творческой части проблем не будет. Подготовили, что смогли. Будем бить Чечетку. Отлично. Охраняйте их. Угу. До нашего возвращения. В случае чего стреляйте на поражение. Повторите приказ. Охранять, в случае чего стрелять на поражение. Все, выдвигаемся. Машину. Вера, пошли. Товарищ капитан, какой у нас план отступления? Все объясним по дороге. Сказал великий фюрер, говоря о завоевании всего мира, мы не должны забывать о 6-й части суши. И сегодня здесь мы ведем ожесточенную битву с врагами Рейха. Трудно переоценить вклад в эту борьбу человека, которого мы здесь сегодня чествуем. Господа, я говорю о начальнике нашего узла связи, полковнике Фельгибеле. Стоять! Ваши документы. Мы из Кромани. Добрый день, господин офицер. Почему без сопровождения? По дороге сломался мотоцикл. Пришлось ехать самим, чтобы не опоздать к началу. Всем выйти из машины. Следуйте за мной. Что такое настоящий немецкий порядок, без которого немыслим успех каждого сражения? Всем известно, что армия без связи — это толпа. Но сегодня, благодаря четко налаженной работе систем армейской связи, мы можем сказать, да, мы можем сказать, Германия превыше всего. Господин комендант. Господин комендант, было бы невежливо отпустить вас, не поблагодарив за столь прекрасную речь. Комендант у нас мастер говорить, настоящий оратор. Благодарю вас, господа, но у нас для вас подготовлен еще один маленький сюрприз. Вот так? Да, мы подготовили настоящую концертную программу с юными актрисами из Кромани. Прекрасно. Ждем выступления. Еще раз поздравляю вас с рождением сына, господин полковник. Благодарю. Пожалуйста, входите.
Подождите здесь. Вас пригласят. Данка. Спасибо. Как только отработаем номер, на поклоне долго не задерживайтесь. Сразу уходите как можно быстрее к машине. Понятно? Нервничаем? Никак нет. Ну вот и хорошо. Повторите номер. Значит, начинаем. Делаем 4 шага вперед. Кик. 4 на да, понятно. Вас спасет ее? Что здесь происходит? Кто эти люди? Господин комендант, не волнуйтесь. У нас произошла замена. 2 человека заболело. Ничего страшного. Где ваше сопровождение? Почему вы приехали без него? У нас сломался мотоцикл по дороге. Мы, чтобы не опоздать на начало, хватит морочить мне голову, господин режиссер. Герр комендант! Ты откуда? Из госпиталя. Жарко, небось, на передовой. Да, это тебе не 41-й. Сигареты есть? У тебя южный акцент. Ты откуда? Из Висбадена. Вот это новость. Томас, иди сюда. Тут твой земляк. Он тоже из Висбадена. Здорово. Какая удача. Висбаден – большая деревня. Но тебя я что-то не припомню. А на какой улице ты жил? Недалеко от парка. От какого парка? Дорст, Райнер. Что еще за перекур? Ну ладно, потом договорим. Удачи, земляк. Тихо, успокоились. Тихо, тихо, все, успокоились. И улыбаемся, да? Все хорошо, тихо. Ну что, все готовы? Ну все, тихо. Улыбаемся. Пошли. Улыбаемся. Красивые девочки. Улыбаемся, девчата. Девочки действительно красивые. Товарищ майор, есть сигнал. Всем внимание. Вот координаты по датчику. Всем внимание. Всем внимание. Я пятый.
Отряд пятый. Встреча состоится 13 февраля. Повторяю, встреча состоится 13 февраля. Как поняли, прием. Пятый, я третий. Встреча состоится 13 февраля. Пятый, я второй. Встреча состоится 13 февраля. Я четвертый. 13 февраля встречаемся. Как поняли, прием. До встречи. Есть пеленг. Слушаю. Товарищ полковник, Нейман вышел на связь. Объявляю начало операции. Есть начать операцию. Так, девочки, у меня задница отсырела. Вы как хотите, а я пошла. Стоять! Всем стоять, я буду стрелять! Ух ты, какие мы злые! Я сказала, я буду стрелять! Да кто ты такая, чтобы нами командовать? Я боец Красной Армии. И я приказываю вам вернуться назад. Боец Красной Армии? Да ты посмотри на себя, боец. Пожалуйста, вернитесь. Я прошу вас. Координаты цели 32-15. Уничтожить противника. Есть! Справа! Батарея! К бою! Батарея к бою! 1-10! Справа 1-10! Координаты цели! 13! 13! 32-15! 32-15! Есть 32-15! Батарея! К бою! Заряд усиленный! Заряжай! Взрыватель осколочный! Приготовиться! Господин полковник, зафиксирована работа постороннего передатчика. Ну как это возможно? Не могу знать, господин полковник. Сигнал слышен хорошо. Кто-то передает наши координаты в радиусе 50 метров. Вы с ума сошли? Это же в двух шагах от нас. Боевая тревога. Всех обыскать. Остановите их.
Герой Советского Союза, гвардии майор Михасев, в июне 1945 года разыскал и усыновил мальчика, которого звали Слава Батян. За проявленную смелость и мужество при выполнении особо важного задания бойцы спецразведгруппы Михасева были представлены к наградам посмертно.